Привет. Будем перекрашивать стрелки. Неважно от какой машины. Вот у нас покрашена стрелка. Это стрелка от Nexia. Это отточить до 2006 года. Вот такие стрелки шли. У них не снимаются вот эти крышечки. Поэтому не нужно выдергивать. Здесь они запаяны, завальцованы. В общем, они не снимаются. Несъемные. Потом нам понадобится изопропиловый спирт. Вот. И штрих вот такой на водяной основе. Все. Ну и бинт, естественно, чем мы будем его стирать. Отрезаем чуть-чуть бинтиком. Формируем с него вот такой маленький квадратик. Вот этот уголок у нас будет, чем мы будем стирать. Окунаем чуть-чуть спиртик. Ну и, собственно говоря, вот стираем. Не обязательно сильно давить, потому что стрелочка, ну, может лопнуть. Захотите побыстрее, а она лопнет. Передавить. Вот, если посильнее, то вот так можно положить на стол и уже посильнее давить. Ну, чтобы побыстрее, так не важно. Обычно стрелочки, у которых крышечка снимается, я их вытаскиваю с корпуса и замачиваю, да, чуть-чуть. Ну, на минуту-полторы опускаю спирт, они там отмокают, и потом быстренько стирается, вообще быстренько. Вот, если на Nexia надумаете стрелки стирать, вот этот кончик обязательно стирать. Единственное, что он не стирается с этим спиртом, а вот так его лезем пошкрябать. Там под этой красочкой белой есть красная краска. Из-за этого, если ее ты не сотрете, будет она оттенком красным отдавать. Вот. Мы стерли, высушили. Протерли еще раз, чтобы она была сухая. Взбултыхаем. И теперь тут чуть-чуть важный момент. Нужно будет перевернуть вот так стрелку дном вниз. И вот отсюда начинать красить с первого слоя. Вот так идем потихонечку, не надо никуда спешить. И вот так потихонечку затираем. Вторых, затирание, растирание не должно быть. Вот так должно получиться. Вот это место не закрашиваем. Доводим чуть-чуть вот до сюда. И все, так как оттуда световой поток идет. Вот, и полностью по этому рассеивается по этому белому. Все, вот она покрасилась. Ничего сложного тут нету. Просто нужно уметь. Ставим сюда, сохнет. Минут 5 пусть она стоит. Далее мы берем другую стрелочку, вот уже отлочете, сейчас будем красить. Вот, некоторые красочки, они быстро стираются. Ну вот, как на лочете, быстрее она стирается. Конечно, да, можно сделать чуть-чуть по-другому, чтобы внутрь у нас туда попадало. Ну, бинт туда попадал. Чуть-чуть наматываем на кисточку. Также окунаем чуть-чуть в спиртики.
И потихонечку, чтобы не поцарапать, промакиваем то место. Вот, стерлось у нас. Также вытираем остатки. Проверяем на свет, не осталось ли у нас чего-нибудь красненького. Вот здесь тоже кусочек остался. По-моему, да, он стирается вот так обычно. Все, ну, на Nex. Если вдруг стираться не будет, то, что вы здесь чуть-чуть пошкрябаете, это окончание, ничего существенного измениться не будет. Ну, изменяться не будет. Все, также берем, переворачиваем и с одного раза вот так проводим потихонечку. Сильно не давите, чтобы не вышло за бока. А если когда выйдет вот здесь за бока вдруг, то аккуратно лезем. Сейчас я покажу, как это потереть. Вот и все. После того, как высохнет это, аккуратненько лезем вот так сошкрябать. И здесь, в эту сторону. Вот так вот. Все. Здесь. Все нормально. Ну, в общем, я думаю, понятно все здесь, как доделать. Главное, вот они красятся. Буквально ушло, сколько у нас, ну, со всеми объяснениями показан на две стрелочки. Грубо говоря, 7 минут. Можно даже и быстрее сделать. Пробуйте, старайтесь, не ломайте стрелки. Вот такие вещи приобретите. И чистите стрелочки. Потом будете ставить туда любой диод. Красный, синий, какой вам вздумается. И будете менять подсветку стрелок. С вами был Игорь Борщенко, XL Light Tuning. Обращайтесь, звоните, пишите, заказывайте.